первой встречи, и вот сегодня еще огромное количество было все-таки активных жителей, звонков. Я частенько тут на улице пешком, где хожу, подходят, задают вопросы, звонят, и это при том очень настойчиво этот обмен происходит, и очень немаловажно наши специалисты управления городским хозяйством совместно с нашими партнерами Сачинского ДРСУ провели масштабную работу по обследованию участков дорожной сети, передали вот описание того состояния и сделали уже расчеты. 23 таких масштабных участков с участием жителей сформировано. Сумму уже, цену озвучили, 638 миллионов, это сегодняшняя цена. И мы понимаем, если на трехлетнюю программу, это подлежит некой корректировке с учетом инфляции. Но без малого уже около миллиарда. Это гораздо больше, чем я даже ожидал. Ну и мы для себя тут поставили задачу, что мы не будем скрывать масштаб этих задач. И даже в чем-то, даже и трагедии для города, состояние автомобильной сети. Мы будем это передавать в министерство и, конечно, будем информировать последующим и правительство, и Министерство финансов, и губернатора Красноярского края. Хотелось бы об итогах.